Железнодорожная платформа Заречье появилась почти полвека назад. За это время ее ни разу не ремонтировали. В этом году остановочный пункт решено было реконструировать. Почему для города это важно? Направление пригородных электричек – это прежде всего направление приусадебных хозяйств, дачи. Очень многие череповчане в сторону Шеломова ездят на электричках, и очень важно, чтобы эта платформа сохранилась. Реконструкцию платформы проводят в несколько этапов. Этот участок отремонтируют уже к 15 сентября. Будет демонтаж старых ригелей железобетонных, демонтаж плит перекрытия старых, демонтаж ограждения и устройство, опять же, новых ригелей металлических. По словам экспертов, новая платформа будет удобной. Она выше на 30 сантиметров. В рамках реконструкции планируют привести в порядок и пешеходную зону. Через железнодорожные пути ежедневно проходят 400 человек, а выходные еще больше. Здесь появятся новые асфальтированные переходы и спуски. Здесь обустройство, как бы здесь все равно нужно было сделать. Но то, что сейчас, которое сделано, временно сделано, пешеходный переход, это все временно. Как бы они все равно не отвечают всем нашим, всем и ГОСТам, СНИПам и так далее. Накопители здесь делать, световую и звуковую сигнализацию. Здесь без нее не обойтись. После ремонта завершающим этапом станет благоустройство территории остановочного пункта. Она будет крыта или останется открытой? Она будет открытая, но будут сделаны навесы. Навесы для пассажиров от дождя, от снега, которые будут укрывать. Соответственно, будут установлены малые архитектурные формы, это скамейки, лавочки, урны. Завершить ремонт железнодорожной платформы планируют к концу этого года. На это выделили более 13 миллионов рублей. Татьяна Жданова, Сергей Павлов, новости.